Всем большой привет, меня зовут Татьяна, и сегодня будет обзор из магазина Fix Price, город Ижевск. Покажу вам горы красивой посуды и много чего интересного. И хочу сказать большое спасибо всем за обратную связь в прошлом моем видео. Мне было очень приятно получать от вас комментарии и узнавать из них для себя что-то новое. Желаю всем приятного просмотра. Начну обзор с отдела посуды. Вот такая большая тяжелая бульонница с ручкой за 99 рублей. Серая, матовая, объем 620 мл, состав керамика. Нашла еще в черном цвете, но выбирайте аккуратней, встречаются некоторые недочеты. И вот такая малиновая бульонница, тоже матовая. И ручка сделана тоже неаккуратно. Пиала за 55 рублей. Люблю такую расцветку посуды, сделанную под эмалированную. Она, в отличие от предыдущей бульонницы, очень легкая. Объем 450 мл, состав фарфор. Салатник за 99 рублей. Представлены только в черном цвете. Тоже очень тяжелый, толстостенный, матовый. Объем 900 мл, состав фаянс. Блюдо за 149 рублей из опалового стекла. Это какая-то новая коллекция посуды. Размер блюда 30 на 22,5 сантиметра. Кружка за 77 рублей. Очень симпатично и нежно выглядит. Ничего лишнего. Объем 370 мл. Состав фарфор. Салатник за 77 рублей. Состав опаловое стекло. Объем 655 мл. Пиала из этой же серии, объем 260 мл, без ценника, думаю, 55 рублей будет стоить. Тарелка глубокая, объем 440 мл, цена 77 рублей. Тарелка плоская, диаметр 23 сантиметра, цена также 77 рублей. И салатник, объем 1 литр, цена 149 рублей. Еще одни новые красивые тарелки за 77 рублей, диаметр 20 сантиметров. Они очень тяжелые, но симпатичные. Состав керамика. Представлены в сером и в синем цвете. Тарелка глубокая за 149 рублей, белая, глянцевая, очень большая и тяжелая. Объем 1,25 литра. Состав фаянс. Есть еще в нежно-бирюзовом цвете, тоже глянцевая, серая глянцевая и черная матовая. Белые пятна по краям — это не сколы. Еще одна тарелка за 149 рублей, черная, матовая, тоже очень большая, тяжелая, похожа на блюдо, диаметр 26,5 сантиметров, бортики у нее низкие, состав фаянс и есть еще белая глянцевая. Тарелка за 99 рублей, видели, сточка из опалового стекла, размер 23 сантиметра, из этой серии я уже показывала соусники, знаю, что в этой коллекции есть еще и другие тарелки, так что будем ждать. Ложка столовая за 55 рублей. У них очень длинные ручки с пластиковым декором. Сами ложки сделаны аккуратно. Состав нержавеющая сталь и полипропилен. Ложка чайная за 50 рублей. Тоже с длинной ручкой, смотрится очень изящно. И вилка за 55 рублей. И вот такой набор можно собрать. Лопатка кухонная за 77 рублей, длина 33 сантиметра, состав нержавеющая сталь и нейлон. В хозяйственном отделе тоже появились интересные новинки. Корзина универсальная за 149 рублей, сделана из плотного пластика, как будто бы сплетена из проволоки. По бокам есть удобные ручки, объем 14 литров, размер 28 на 29 на 34 сантиметра. Контейнер для мусора за 299 рублей, объем 18 литров, в виде квадратного ведра с крышкой и ручкой. Вот так оно выглядит. Крышка открывается и закрывается с помощью ручки, вот таким нажатием. Крышка фиксируется в открытом положении.
И есть вот такая рамка для крепления мусорного пакета. Полотенце вафельное за 55 рублей в ярких красивых расцветках. Полотенце плотное, с одной стороны цветное, а с другой белое. Состав 100% хлопок, размер 45 на 60 сантиметров. Производство город Иваново. Расцветки в ассортименте. В отделе с одеждой каждый раз появляются новые шарфы. Покажу, что нашла в этот раз. Вот такой женский шарф за 199 рублей с милыми пушистыми помпушками. Размер 200 на 32 сантиметра. Состав 100% полиэстер. Шарф очень мягкий и приятный на ощупь. И мне кажется, это отличный вариант подарка маме, сестре или подружке. Расцветки в ассортименте. Еще один шарф за 199 рублей, тоже большое разнообразие расцветок, размер 190 на 44 сантиметра, состав 99% полиэстер и 1% люрекс. Шарф тоже очень мягкий. Новые детские массажные расчески за 149 рублей. Такие вот малышки помещаются на моей ладони. В комплекте в качестве украшения идет еще резиночка с декором. И ее можно использовать по прямому назначению. Расцветки в ассортименте. Среди масок для сна за 99 рублей появились новые дизайны. Вот такая розовая пантера. Состав полиэстер, резина и полипропилен. Еще нашла спящую принцессу и спящую кошечку. В отдел с косметикой снова привезли гель для умывания от Гималая за 99 рублей. Объем 150 мл. Отзывы на него я слышала хорошие. Подходит для проблемной и жирной кожи. Не содержит парабены, сульфаты и фталаты. Основные компоненты ним и курага. Гель для душа Палмолив за 99 рублей, объем 250 мл, необычного почти черного цвета, антибактериальный, в составе активированный уголь. Детские зубные щетки за 55 рублей, и они идут в комплекте с игрушкой. Вот здесь в наборе темные очки. Щетки подходят для детей от 3 лет. Набор в ассортименте с разными игрушками. Мужской отдел тоже не обошла стороной. Здесь появился новый налобный фонарь за 149 рублей. Работает он на 3 мизинчиках батареек. Их нужно будет докупить, в комплект они не входят. Фонарик имеет 3 режима свечения и угол наклона можно регулировать. Расцветки в ассортименте. А в отделе с едой нашла новинку. Чипсы из морской капусты за 27,50, вес 4,5 грамма. Знаю, что некоторые их очень любят. В упаковке 9 хрустящих листочков морской капусты, обжаренных в кунжутном масле. На этой романтичной ноте я буду заканчивать свой обзор. Большое спасибо за просмотр, за подписку на мой канал, за лайки и комментарии. Желаю вам прекрасного настроения, крепкого здоровья и любви. До скорых встреч. Пока-пока.